Молодые, талантливые и инициативные. 30 тысяч ребят из 188 стран на неделю собрались на главном курорте России. Только вот времени на отдых нет совсем. День расписан по минутам. Лекции, семинары, мастер-классы, совместные проекты. В качестве спикеров писатели, актеры, нобелевские лауреаты, министры и даже космонавты. Тем для обсуждений великое множество. Но главное одно – выработать общее видение, каким должно быть современное общество. Ульяновская делегация – одна из самых многочисленных. Спортсмены, музыканты, художники, журналисты, программисты. Чтобы попасть в Сочи, на малой родине ребятам пришлось пройти серьезный отбор. В своем направлении я много здесь чего получил. То есть общался с ведущими спикерами, экспертами своих областей здравоохранения. И могу с уверенностью сказать, что появились много, так сказать, проектов и идей, которые будут направлены на развитие нашего региона, в частности, здравоохранения в Ульяновской области. Поддержать ульяновцев в Сочи приехал глава региона Сергей Морозов. Участники поделились с губернатором впечатлениями о фестивале, а также рассказали об успехах делегации и проектах, которые здесь представляли. Наш Денис Ястребов на секции авиации будущего презентовал свой проект, его отобрали. Его проект будут реализовывать представители авиационных отраслей на России. Ну и, соответственно, с ним сказали, будут еще связываться после фестиваля и готовы дальше продолжать свою работу. А наши представители молодой опоры России, молодые предприниматели, договорились о сотрудничестве с другими регионами. И это далеко не все победы ульяновцев. К примеру, два молодых человека вошли в сборную континента по мини-футболу и в состав команды России по хоккею. Были высказаны идеи по созданию в регионе молодежного информационного агентства и музыкального пространства. Эти и другие достижения ульяновцев стали своего рода результатом плодотворной работы в сфере молодежной политики. В Ульяновской области у единственной территории в Российской Федерации создана вся вертикаль государственного, общественного сотрудничество с молодыми людьми. Думаю, что эта инициатива, этот опыт очень будет востребован на многих дискуссионных площадках. Ну и, конечно, это не значит о том, что мы приехали только кого-то поучить. Мы сюда приехали для того, чтобы еще и поучиться. По словам Сергея Морозова, проекты ульяновцев получат поддержку на региональном уровне. А по приезду домой участники получат возможность поделиться опытом с другими, не попавшими в Сочи, ребятами. Анна Тищенко, новости «Ульяновской правды».